Всем доброго времени суток. Вот решили проверить, как будет гореть данная купюра денежек. Это казахстанские тенге, тугрики мы их называем. Вот, 200 тенге, на них можно купить 2 булки хлеба. Ну и все, в принципе, больше ты ничего здесь, знаете, не купишь деньги. Сейчас мы проверим их, как они будут гореть. Держим их над огнем. Вот прямо над огнем. И они почему-то даже и не загораются. А если мы их опустим дальше, вот будем смотреть. Весьма быстро начинают гореть. Вот. Моментально. А я слышал просто такое, что деньги не горят. Они загораются, прогорают очень долго. Но, как видите, это ложь. Так что я оправдал. Это мой вам лайфхак. Молодой, уже богат, завтра еду в Эмират.